Привет, это Реборн. Продолжаем делать реакцию на анимацию. Сегодня у нас аниматорша Вэл. Это для меня первый опыт просмотра ее роликов. Анимация называется «Мои детские травмы». Давайте посмотрим. Надеюсь, будет весело, как у обычно у всех аниматоров. Погнали. Так, реклама, как обычно, в самом начале. Что ж, я Вэл. Быстрая какая-то реклама. Приятно познакомиться. И да, у меня были не только психологические травмы. Да, у тебя как бы там синяк под глазом. Давным-давно, когда я была 12-летним ребенком. Давным-давно, это сколько лет назад было? Два? Таким ребенком, а не таким. Я любила качельки. Особенно раскачивать насильно своих одноклассников. И вот одним осенним... Ненавидел таких людей, которые раскачивали насильно. Одним деньком я вышла погулять во двор. И так. Тут я вижу это. Велк, тарелка, жопичи, бупелька, села на лавочку, съела козявочку. Сел. Раз. Это что, огурчик Рик? Два. Три. Я начала раскачивать этого овоща, а он начал бежать как девчонка. И я решила не останавливаться, потому что это было смешно. Но она садистка. Я потеряла управление. Я надеялся на это. Я падаю на задницу и на сумку. Всего лишь на задницу, неинтересно. Вот если бы на голову и да так, чтобы звездочки из глаз полетели. Который был телефон. Я подумала, что лошара. Я его разбила. Но он оказал. Она сказала много лет назад. Наверное, это было немного лет назад, потому что как бы не так давно появились сенсорные телефоны. Сколько? Лет 10 назад? Живым, а я... Нет. Я встала и поняла, что мне нехорошо. И пошла домой. А дома я обнаружила, что рука немножечко болит. Немножечко онемела. Ампутировать придется. Но маме говорить было страшно, поэтому уже не болит. Через 2 дня я пошла в школу. А почему было страшно говорить маме? Чуть не понял. Не смогла заниматься на физре, поэтому физрук мне сказал. Ну, тебе к медсестре. Ну, тебе в травмпункт. Мам, мне в транспункт. Что? Какой транспункт? Что у вас? Ну, у меня немножечко болит рука. Ну, у вас немножечко перелом. Совсем немножечко. Прям чуть-чуть. Пол костей и переломалось. А потом мне наложили гипс, и я офигела. Почему? Я что, 2 дня ходила со сломанной рукой? Лошара. Вот это я киборг. Но через месяц рука зажила, и с тех пор я никого не качала. А почему ты до сих пор не подписан? Права тоже не качала? Надеюсь. На мой инста-аккаунт с комиксами. Выпускаем комиксы интересен. Каждую неделю, инста. Между прочим. Подписывайся. Ссылочка в описании. Классное облачко. А эта история будет еще трешовее. Давай. Дело в том, что я родилась с гемангиомой за ухом. Угу. Это такое красное пятнышко, которое лучше не гуглить. Ничего такого, это не смертельно. Но через время я могла бы выглядеть вот так. Нормально, существо. Ну и в общем, врачи порекомендовали его удалить. Так. На секундочку, мне было 3 месяца. Держите это у себя в голове. В моем городе специалистов не было, поэтому мои родители повезли меня в другой город. В клинику, которую им порекомендовали. Ну вот они приезжают и... Нет. Я бы увидел эту клинику, развернулся и убежал. Видит стрёмный подвал, где... А, да, ей же 3 месяца. Удаляют татуировки. Ну, хотя бы убежали родители, я не знаю. Татуировки и бородавки. Ужас. Ну, и они такие, а давай, была не была. Не понял. А потом какие-то медики-практиканты прижгли мое ухо жидким азотом. Ужас. Уроды. Ну и меня повезли домой. Эту историю я узнала совсем недавно. И кажется, я теперь понимаю, почему мне ничего не рассказывали. Но знаете, это еще не конец. Эта штука не... Я не понял, почему тебе ничего не рассказывали. Хотела заживать. Поэтому на этот раз меня повезли к хирургу, который никогда подобной операции не делал. Что у вас? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я, конечно, такого еще не делал, но можно попробовать. Подопытный кролик, блин, нашелся. Все хорошо, у вас получится. Мать. Кладите ребенка на стол. Я сейчас погуглю. 2 hours later. Не восстали машины из пепла ядерного огня. Я у вас тут вырезал кожу с другого. По-моему, ухо вообще отрезал. Ухо. И пришил заплатку. Должно зажить. Мне вырезали гемангиому, и в итоге, чтобы залатать дыру, не хватило кожи. Чего? Серьезно? Ну и бред. Потому что на голове она почти не растягивается. Поэтому недоврач решил вырезать кусочек с другого уха и сделать заплатку. Охренеть, ты теперь реальный киборг. И что вы думаете? Конечно же, заплатка не прижилась. Поэтому меня опять повезли к хирургу, который на этот раз сделал уже нормальную операцию. Жесть. И почему нельзя было сразу сделать нормально? Ну...
Денег, наверное, поэкономили на ребенка-то. Хреново. Но сейчас у меня за обоими ушами находятся шрамы, а сами уши сложно оттопырить. Ну, хотя бы не лопать. А зачем их оттопыривать? Поухая. Хоть какой-то плюс. Родись, ломай, подуй, намажь, намажь. Сейчас знакомая музыка. Кто это? Что? Напишите в комментариях, чей это трек, потому что что-то я забыл. Но я его помню. Нам ничего не страшно. Подлечи перелом подорожником. Лежи, смотри и лай. А, все, понял, вспомнил. Фейс, по-моему, можете не писать. Секретик? Ой, я даже не успел закрыть. Видос аж до конца досмотрел. Забавный видосик, мне понравился. Но если вам понравилась моя реакция, ставьте под ней лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под роликом. Ну а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр, всем пока.